А у вас там в Москве журналисты, добрый день, уважаемые журналисты. Мен мамлекеттик жана салттык тилде сүйлөсөм мүмкүнчүлүгү жараша. Я буду вести конференцию на двух языках, на государственном, на официальном, по мере возможности. Причина мен айтардын алдында мен кичинекей гана мына эки миң блогту бүт Ош окуясына байланыштуу видео записывам. Вот на двух этих боксах есть видеозаписи, которые, к сожалению, происшедшие в 2010 году, трагедия. Может, ни у кого столько материалов нету, как у меня. Но время, каждое время свое наступит время, много кое-что выйдет еще. Я буквально кичинекейле ошол 2010 жылдын болуп өткөн трагедияны кичинекей көрсөтүп коеюн. Все нормально? Работает? Погасить? Камерам удобно будет? Или оставить освещение? А звук общий, да? Звук тоже сейчас, да? Звук он иначе почет. Если она остановится. Оператор, свет выключить или как? Да нормально. Говорю, вот это а звук не знаю? Да, без звука, это просто фото. Фото погибших. В 2010 году. Очень жестоко были убиты. Убиты были жестоко простой народ. Независимо, он кыргыз или узбек, или русский, там таджик. Вот, я просто показываю маленькую часть. Посмотрите. Горгулю. Кандай Мухачилов на Левентурге. Дальше показывать или останавливаться? Хватит, да? Азыр силер буну көрө албайтасыңар, ага мен ошолордун арасында жүрдүм. Вы даже не можете посмотреть на эту фотографию. А я среди этих мертвых ходила в 2010 году. Могу жерде 16 видеозапись. 16:40 баштап 20:00 көрсөттүм 16 сааттачы. Время 16:40 деп жазылып. И Германия бактыма энесин билет. Айымбулар ушул эле эки жубайдын балдары. Караңызча, кандай ызын кыйган жигит. Дал ушулардан бүткүл өмүрүн кыргыз милициясына арнаган эле.
Malda'dan Anıcandalı Aydokçusov Starşına Orhan Şangızayev 2013 yılın 13. yılında Karasu rayonundaki Nariman Aydokötü'nde ilki ilkici araştırma masasında Karasu rayonu içki işler bölümünün naçelniği Polkovnik Adıl Sultanov, Aydokçusov Starşına Orhan Şangızayev ve Karasu rayonunun hakimin orumasarı Şayatov'tan gittiliğinin Özbek elinin arasına kuralsız gir barışat. Marşından düşkün beri Özbek ulusundan adamlar Sultanov'ı tepkilip Şangızayev'ı başka çağırıp geçer. Әлімі кетілі болған Шаятов болса, еш нәсі бұрғылынды елдің арасына келіп еді. Ошынды жиялданған өзбек жаштары құралсыз бұл екі адамға айыусыз мұқаншылық жаңа жүрт қашылық мәне мамыр жас ашқан. Әбірек жүздігін адамдарын арасынан бір өзбек асағалы қойғыла деген қиым сөзін айтпаған. Ошынды қылмышке старшына Оран Шамбызаевтың қолын қайып тұрып, бір аздан кейін мұз башының мұзда сіздерді көрсетем дейді. Аны қандай жағылғанын ал өзі айтып берсін. Çağrı'nın 3 otuz
Sizin kaç kilo da var? Burada farmaklar çok az. Günler boştu, ama bitti günler bizim. Vakit verin. Çocuk bayrağı mı? Sonu muhtan söz veriyor mu? Boş ver. Az verirsinler. Çocuk bayrağı çocuk. Ne bilirse, Malum da bir taraf almak bir zaman. 3-4 cep oldu senin canına. Hani Çivinya statüsü restoranı. Cılır mısın? Şöyle bir kadro ve posta bu. Ne başı çüçüt nazar. Hazır ben gel. Bizim respublika.
Он убежал из Узбекистана. Сидинчи, орысчасын, орысчасын айтпау керек. Монтаждан. А, где монтаждан? Хорошо. Узбекистаннан качып келген бизди республикага. Батыровтун Узбекистан темир жол мекемесинде 5000 жолдун узоңой вагондору болгон. Ал вагондор Россия, Казахстан, Кыргызстан, албетте Өзбекстанда иштеп келгенин азырында 4 миллион доллардан ашык сумманы уурдаганы үчүн ага кылмыш ишин ачкан Өзбекстан. Бирок кээ бир айрым Өзбекстандагы бийлик бутактарындагылар Кадыржан Батыровдун Өзбекстанга келишин каалаган эмес, себеби алар ушул махинацияда болушкан. Батыров Кыргызстанга келип жеңил байый баштаган. Айрым кулактарга ишенсек, өзүңөр билесиңер түштүк наркотрафиктин жолу. Батыров Жалал Абадта орун алат, Аскар Акаевдин мезгилинде эбегейсиз байлыкка ээ болот. Базардан баштап, Танеки, Бахта заводдорду ачат. Батыр авиакомпаниясын ачып, Эмиратта, Африка жана башкаларга уча баштайт самолеттор. Масла заводдо ээ болот, Арсланбаптагы бүт санаторияларды ачат. Ээлеп алган. Ал эле эмес Россиянын айрым областарында пахта жана табигый заводдорун ачканы маалым болгон. Московская область, Тульский или Тверская область, но ошондой эле 5000 темир жол аркылуу Россиянын темир жол мекемелери менен иштешип келген. Керек болсо Дальний Востокто лесозаготовительный предприятиянын ачкан. Оңдогу криминальный разборкалар катышкан. Ошондой эле университет Дружбы народов ачканда 50000 доллар жетинчи татыжынын отурган бир чиновникке бергенин бүгүнкү күнгө деле ал айтып келет. Батыров кыргыз чиновниктерин акчага оңой эле сатып алса болорун дайыма шылдыңдап айтып жүрөм. Бир сөз менен айтканда, Жалал Абад облусунун 70% недвижимость бардык тармактарын алып, финансалык империя түзгөн. Ошол финансалык империя түзүүгө ошондогу бийлик түздөн-түз жардам берген. Ирина Прижовойт, белгилүү журналист, сөз мергинде өзүнүн гезитине маалымат берет. Керек болсо Кадыржан Батыровдун российский паспортунун номерин, Россияда жашаган пропискасы менен адресин көрсөт. Батыров жакшылык кылбастыгын жазат деген эрежеби. Бирок БШК көздү жумуп туруп Коргордук шайлоо комиссиясы. Мыйзамдык тебелеп туруп Батыровду Жогорку Кеңештин депутатына бере алып барышкан. Ошентип Батыров акча аркылуу кыргыз бийлигин любой акчага сатып алаарына болорун көзү жетет. Жана мыйзамды каалагандай тебелесе болот экен деп ынанып, каалаганын жасай баштайт. Адам байыганда өзүн кудай эле сезип калат. Батыров кош окуясы болушуна биз билгенден 100000 доллар Акбаров деген которуп. Которуп, ой берет, Акбаров болсо через банк перечислил Бахтерия Ишимбетовго берди. Бул маалыматты мен комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп иштеге эликтегенде БКМ-да протоколдун негизинде мына берип атат. Бул протоколдун көчүрмөсү Карамазов О деген айтып атат. Ош октасынын болушуна 100000 доллар которгон деп. Андан тышкары тилекке каршы азыр Батыров Швеция өлкөсүндөгү Стокгольм шаарынан 40 километр алыстыкта жашайт. Жөн эле жашап тим болбостон азыр ал этномышленниктер бай өзбек улутундагы жарандарды тегерегине топтоп дагы бир Кыргызстанга соктуруусу келип атат. Өкүнүчтүүсү кыргыз бийлиги 90-жылы, 2010-жылдан сабаганган жок. Шайлоолордо өзбек жарандарын добушун алыш үчүн айрым партиялар соодалашууга барып атышат. Мен лидермин деген өзбек улутундагы жарандар менен мына ушундай соодалашууга барышып, аларга эбегейсиз байууга жол ачкан бийлик мына ушинтип сепаратисттерди пайдаланган. Менин Кадыржан Батыров боюнча орусчасын кыскача айтып коеюн. Кадыржан Батыров, он был гражданином Узбекской Республики,
позже стал гражданином Российской Федерации. К сожалению, он, на него был открыто уголовное дело в Узбекистане за то, что он обокрал на 4 миллиона долларов железнодорожные предприятия Узбекистана. Но некоторые узбекские, можно сказать, чиновники не хотели, чтобы он вернулся в Узбекистан. Почему? Потому что так было им удобно. Некоторые были замешаны в этих коррупционных схемах. Батыров, как приехал к нам, он выбрал Джалалабад. Это не случайно. При власти Аскаракаева он разбогател настолько, 70% недвижимости и богатства Джалалабадской области он приобрел к себе. Даже открыл авиалинию, авиакомпанию «Батравия». Его компания летела в Эмират, в Африку и в другие страны. Начиная маслозавод, имел он и хлопзавод, и табачную фабрику. Не только у нас, он в Российской Федерации на территории имел. Одним словом, за каждую свою приобретение недвижимости, как он сам говорит, он отстегивал определенную сумму власть имущих. Он открыто везде говорит, что 50 тысяч долларов давал одному чиновнику, который сидел на 7-м этаже, при открытии университета дружбы народов. В свое время самый уважаемый журналист Ирина Приживых написала о нем, что от этого человека нельзя ждать ничего хорошего. Она даже указала номер паспорта, что он гражданин Российской Федерации. Даже показала, где он живет, указала адрес прописки. Но, несмотря на это, Центр избирком зарегистрировали его, и он стал депутатом Джоурбек Кенеши. Да, он имел 5000-ные грузовые вагоны, которые работали на территории России, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, ну, безусловно, Узбекистан. Самое страшное, когда он разбогател, он себя почувствовал богом. Он сам не примитивный человек, примитивный такой. Но почему все лидеры узбекской национальности подчинились ему? Потому что у него были огромные средства. И он захотел стать президентом автономной области Ошской при Кыргызской республике. Когда он отдал деньги Акбарову, согласно протоколу допроса ГКМБ, где Караматов О пишет, что 100 тысяч долларов отдал для беспорядка в городе Ош, а там он перечислил деньги через банк Акбаров, перечислил Бахтияр Эшимбетову. Это официальный документ. Ирина Переживует также открыто пишет, что этот человек рано или поздно сделает так, что нашей республике будет очень тяжело. Ее слова подтвердились в 2010 году. Батыров сейчас живет в стране Швеции, 40 километров от Стокгольма, свободно ездит. Последнее выступление в ОБСЕ, вы сами видели, никакой Интерпол его не ищет. Я еще раз убедилась, никакая со стороны Генеральной прокуратуры или со стороны власти высших не было на него объявлен розыск.
Я что хочу сказать? Кадыржан Батыров, сейчас я еще, будучи депутатом, когда появилась книга «Час шакала» и видео «Час шакал», я тогда говорил, что узбеки открыли объединение. Мен дагы бир жолу айтып коёюн, депутат мезгилинде айттым эле, өзбек улутундагы бай адамдар уюм ачышат, акча топтоп атат. Азимжан Аскаров түрмөдө отурган Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чечими менен ал чечим кайрадан каралууга жатпаган чечим эле, бирок колунун кийгишиси менен азыр Азимжан Аскаровду ошол уюм алып чыгып колунга айтып деп. Кайсыл уюм? Ошол өзбек улутундагы атайын жасалган уюм. Бирок бул уюмга эч ким көңүл бурбайт. Бул уюмдарда кимдер бар азыр айтып кетем. Эми азыр Азимжан Аскаровду түрмөдө жаткан Азимжан Аскаровду ошол уюм ушундагыдан кийин батыш өлкөлөрү Запад Азимжан Аскаровду куткарууга аракет жасап аткандан кийин Кадыржан Батыров Западка жөн эле находка. Азыр билесиңерби биздин өлкөнү эмне күтүп турат? Сепаратисттер автономия жасайм деп Зулубов Шакир өзбек улутундагы полковник замначальник УВД Ош областын подтверждать этип атат. Мен аларды койгула, мындайларды кайткыла десем болбой, автономия кылабыз деген ойлорун айткан деп. Урматтуу менин экендештерим, Кыргызстан бирөө, биздин бара турган жерибиз жок. Мына азыр сепаратисттер кайрадан башын көтөрүп жөнөкөй эле анализ. Азимжан Аскаровду ООН алып чыгам деп бул ошол өзбек бай адамдардын уюмунун негизинен болуп атат. Кадыржан Батыровду ОБСЕге апарып туруп лошадка бирдиртип сүйлөп атат. Менин билишимче июль айларында Салижан Шарипов келет. Бул жерден жолугушат Алишер Сабиров менен. Бары биригишип туруп скайп аркылуу Кадыржан Батыров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аракет жасайт. ГКМБ каякта карап атат? Эмне үчүн коопсуздук комитети ушуларды карап айтат? Анысы аз келгенсип булар Мошкодо барышат. Кадыржан Батыров ошончолук абройун кетирди Салижан Шариповдун. Өзүнүн имуществоларын дело вести жазгандай полностью Салижан Шариповко өткөрүп берип, мен убагында айтсам ал аябай чычалаган деп эле, мен менен соттошом деп. Мен да макул болгом мына менен соттошкон. Герой Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясынын герою, летчик, космонавт, сепаратист, номер биринчи сепаратисти Кыргызстанда. Эмне үчүн имуществоларын өзүнө жаздырат? Эмне үчүн ошол уюмга кирет? Эмне үчүн азыр ошол уюм аркылуу биздин өлкөгө келип алып, главный идеолог сепаратисттердин Алишер Сабиров менен бирге жүрөт дагы, ошол Алишер Сабиров менен азыр кандайдыр бир иштерди алып барган атат. Мындан кийин ким Салижан Шарипов? Ал ким болот мындан сепаратист менен байланышы болсо? Ал эми Алишер Сабиров ким? Алишер Сабиров ошол сепаратисттердин идеологу. Ал өтө куу адам. Негизги идеолог ушул киши. Ал эбегейсиз байлыкка ээ болгон. Ар бир сепаратист өзбек улутундагы. Алар ошончолук байлар. Ал байлыгы же кыргызга же өзбекке пайдасы тийген жок. Кандуу окуяга алып келди ошол байлыктар? Алардын максаты түштүктө базардан баштап бардык бизнести колго алыш эле. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Алар байлыктарга ээ болуу менен ошол автономия жасаганга аракет жасашты. Июль айында мына ушундай максаттарга эмне үчүн алар барып жатышат? Эмне үчүн коопсуздук комитети ушуну изилдебейт? Мына азыр мен коомчулук аркылуу массалык маалымат каражаттары аркылуу коопсуздук комитетине кайрылып атам. Мына ушул уюмду изилдегиле дагы могу сепаратисттердин тизгинин тарткыла деп. Айтып коеюн дегеним, Час шакала деген китеп чыкканда мен ойлогонмун бул Кимекилюниндин колу болсо керек деп.
Ben canlışıklıyım. Kim ekülün elemez, bunu Alişer Sabirov 20 bin dolar verip sponsorluk kılıp bu kitapta çıkarken gel. Kitapta ben oylukum Finlandiya'da çıksa geldi. Yok, kitap Moskva şarında Smolenski площадьta cege tipografiyada çıktı. Görse bu rejissör Takir Maksitov degen balanı özbek Moskva'da yaşay. Ar uşu çaş şakalanı bende buna bar. Жасаткан экен, ал эми журналист сценарий жазган экен Алимжан Мирзаев. Мына мен коопсуздук комитетине ачык айтып атам. Фамилияларынан бери. Чаш шакалы каерден чыккандан бери. Мен единственный разычылык билдирем Российский Федерациянын коопсуздук комитетине. Мен депутат катарында ушул маселени көтөрүп чыкканда Москвада ушул китептер сатып атат дегенде Россиянын коопсуздук комитети ошончолук эффективно иштеп туруп, бир да китепти саттырбай койгон. Bunun için biz Facebook'a rahmet edişiz diye. Oşan için Alişer Sabirov bunun önünden kanı tınçık kalan emez. Anlam uğrun Gorna Badakşansk Oblast Tacikistan'dan deputat olup durup Avtonomiya Respublikan tüzü boyunca normativni dokumentlerini sırap Oş Oblast Avtonomiya tüzü boyunca al abdan yakşı normativni dokumentlerini dayardak. Ким президент болот автономный областы? Ким премьер-министр, ким генпрокурор болот? Ошонон бери булар жакшылап чыгып койгон экен. Территорияны ошондой эле структурасын түзүп коюшкан экен. Урматтуу менин мекендештерим, мен силерге айтайын дегеним, балким бир жигит чыгып, мырза жигит, бир күчтүү саясатчы мырза жигит чыгып, ушуларды айтабы экен. Ел үчүн күйүп мен президент болом деген жигиттер абдан көп. Айтабы экен десе бирөөсү чыгып айтпайт. А коркунуч бар. Бизде өтө чоң коркунуч бар. Бизде биринчи коркунуч декабр айында. Экинчи коркунуч жазда. Же болбосо 2017 жылы шайлоо мезгилинде президент. Себеби шайлоо мезгилинде кыргыздар бөлүнүп жарылат. Мына ошондо сепаратисттер мындан да баш көтөрөт. Мен ушуну эскертип коеюн. Дабрал Сабиров деген ким? Ал керек болсо газды приватизация кылууга. Ошто. Байлыгын айтпаган. Жалалидин Салахиддин деген ким? Азыр Дабрал Сабиров каерде жашап атат? Дабрал Сабиров жөнүндө жашап атат. Өзбекстанда келип кетип бизнестерин жасап атат. Бийлик ким менен ойноп атат? Салахиддин деген ким? Ал текстильный комбинаттан баштап Ошто көптөгөн недвижимостька ээ болуп бул сепаратизмге абдан чоң салым кошкон. Мен эсимде Кеңешбек Дүйшөбаев ДСП катын жөнөтөт бизге комиссияга. 02-03-2011 жыл болчу. Биз ДСП каттарды обратно беребиз. Эмне үчүн эсимде калды? Себеби ал менин туулган күнүм. 24-июль 2010 жылы Салахиддин кармалган экен Манас аэропортунда рейс 409 Бишкек Ташкент рейсинде ГКМнын кызматкерлери тарабынан ал эми 20-июлда баш прокуратура өзүн алдырып анан боштондукка коюп жиберген экен. Бул фактыны Дүйшөбаев өзү катты кол коюп берип атат. Ошол мезгилдеги генеральный прокурор ошонун орун басары. Эмне үчүн кой берди, эмне үчүн алар башкы прокурор менен анын орун басары жазаланбайт? Сепаратисттерди кой берип атат. Кадыржан Батыровду кой берди. Баарын жасашты. И азыр Жалалидин Салахиддинов жашайт Наваиде. Удобрение менен занимается бир кыргыз жигит. Анын бизнесин бүлдөтүп атат. Эртең ошол бизнеси оружие болуп келиши мүмкүн биздин өлкөгө. Ошондой эле Инамжан Абдрасулов ал Астаркаевич Ошко барса только анын чарбасына барчу, башкага барчу эмес. Эбегейсиз байлыкка ээ болгондон кийин ал дагы сепаратистке айланып азыр болсо ал Ферганада жашайт экен. Абдан сакалын өстүрүп алыптыр, семирип кеткен, дербиште кийинип алыптыр, Кыргызстанга келип кетип жүрөт.
Мына сепаратистердин ерен-кесири ойноп жүргөн. Значит, Алишер Сабиров был главным идеологом сепаратистских движений. Он даже запрашивал из горной, из Таджикистана документы горной Бадахшанской области. Все нормативные документы о создании Ошской автономной области Кыргызской республики он готовил. Он не только с этим занимался, он, оказывается, финансировал выход книги «Час шакала» и видео «Час шакала». Значит, режиссером был... Так, сейчас... Режиссером был Тахир Макситов, сценарист писал журналист Алимжан Мирзаев. Он финансировал к данным, сами знаете, в «Час шакала» там написано, что временное правительство, кыргызы, сделали геноцид над узбекской национальностью. Я удивляюсь, власть имущие, особенно временное правительство, если не будет принимать какие-нибудь меры в отношении сепаратистов, они сами могут оказаться на суде Гага. Почему? Потому что открыто уже Кадыржан Батыров обвиняет временное правительство, причем на площадках международной организации ОБСЕ. Это не шутка. Поэтому, уважаемые дорогие журналисты, мы должны бороться, чтобы не повторилось Ошское событие. Сепаратисты, если начали открыто вступать в международных организациях, это уже не просто звонок, это колокола надо бить. Я об этом хотела вам сказать. Еще хочу сказать. После того, после ваших вопросов, я буду определенную информацию давать старшие сепаратисты в 90-м году, что они хотели. Какие вопросы есть, я готова послушать. Пожалуйста, пожалуйста, ваши вопросы. Светлана Николаевна, у меня к вам такой вопрос. Я сделала очень громкое заявление в по поводу Алишера Сабирова. Дело в том, что я никогда ваше выступление в парламенте цитировала. Алишер Сабиров потом выступил публично с опровержением, что он не имеет никакого отношения к Ошским событиям, и что ваши заявления голословны, и он готов предоставить всю документацию, что его вообще на тот момент не было даже в стране. Значит, я сама ваше видела во время Минских событий 13 июня 2010 года. Он какую-то форму одел. Это не советская форма была, это американская, я не знаю какая форма. Военная форма была одет, черный цвет, и берет у него был. Значит, он даже организовал специально пресс-службу при мэрии города, города Ош. И он информацию давал по всему миру. Я это могу доказать. Это первое. Второе. Если я не права, те, которые я имею информацию, вы не забывайте, что я вице-президент общества дружбы Кыргызстана и Узбекистана. Поэтому достаточно мне информацию поступает от тех же наших узбекских граждан. Я это тоже хочу сказать. Но журналистер, мен Кыргыз-Өзбек достук коомунун президенттин орунбасары, президент Бахтияров, Хаттахов, замын Эдилбек Жолдошов. Ошон үчүн көптөгөн маалыматтар мага келип турат. Имея информацию, я открыто заявляю, до общества довожу это сведение, как политик. И одновременно прошу, просила и прошу ГКРБ перепроверять те информации, которые я слышал. Я даже говорю
кто журналист, какой журналист писал сценарий, кто снял «Час шакала», сколько это стоило и в какой Москве, где эта книга вышла. Я думаю, это достаточно для ГКУ перепроверить. Да, он опровержение давал, что у меня не было депутата. Но, к сожалению, он был. Он заходил в ПРООН со всеми сепаратистами. Он везде побывал. И еще плюс. Он до сих пор не успокоился. Потому что они, все сепаратисты, не наказаны. Когда человек не получил свое наказание, он может повторить уже двойне. Потому что он уже не только озлобленный, что он определенную часть богатства потерял, он еще от своей идеи еще не отказался. Ну, ни один сепаратист не отказался. Спасибо. В порядке очередности. 7 канал, 27 сентября. Пожалуйста. Сепаратисты речь качан өзінің ойынан, автономия бұрын ойынша, өзінің ойынан, алар баштаттан емес, баштатпай. Алар тескересінше күштеніп, өзінің ошол чөтелкөді жүрген бай өзбек ұлттындарды жарандарменен ұйу түзіп, қайрып, қандайдыр бір соққы бергенге дайыр екенін біз уже байқап қалдық. Бара жеткен мағлұматтар бойынша. Бұл өте серьезді мағлұмат. Бұлар қайрадан жанданып, қайрадан күштеніп атқаны бұл талашсыз болып қалды. Бұға дәлел Әзімжан Асқаровты шығарып атқаны, екіншіден Жоғарғы кеңесінің депутаттық мандатқа ие болу үшін өзбек ұлтындағы жарандарды депутаттардың санынан 30% квота қатар бөліп беру жөнінде мында жөні шығады. Ушул эле автономия бойынша мына менің қолымда ГКМБ-ның полковнигі азырақ ставкада ал мезгілде действующий болчу талаптар жазды ош болгонун ош сабыттыгин деп жазган. Ошондо 23 сепаратистик маңайдагы аксакалдар Советтер Союзунун Верховный Советине кат жазып атат. Алар айтып атат, исходя из приведенных выше соображений, могу айтылган нерселер, мына уюлдун айтылган. Мы считаем возможным возбудить перед вами вопрос о включении повестки Совета национальности Верховного Совета о формировании Волжской автономной Советской Социалистической области в составе Киргизской ССР и внесении соответствующих изменений в Конституцию Союза и Киргизской ССР. Такое, на наше мнение, находит поддержку населения области, особенно таких крупных городов, как Ош, Кызылкия, район Суза, Базар Курган, Ленинск, Караван, Алабута, Карасу и другие. Мына ушул областтан автономия түздү, ушул район шаарларды салышкан. Бул 1993 жылы. СССР булганда аябай чыймалышып турган мезгилде сепаратисттер баш көтөрүп 90-жы жылы Ош ооруканасын башташкандар мына ушуну сураган акциялар кат. Мен эмнени айткым келип атат, урматтуу журналисттер, бул нерсе көптөн бери келет. Азыр кандай байланышы болуп атат? И кандай байланышы болгон? Мен объективдүү болуш үчүн ачыгын айтайын. 14 майда кыргыз телевидениясынан чыгып, тентте өрттөрүлгөндө, үйлөр өрттөрүлгөндө Бакиевдин ата болушун бозуй желеп. Мен КТРден саат 11:00 жакын туруп саат чыгып, баарыңарды тең Ошкол келүүсүн сурагам, түштүктүк дегендер и органдар. Бул ошол жасын алып келиши. Бирок кайрып менден башка эч ким барбаптыр. 18-да келип 19-да кирсем Отунбаеваны өткөн мезгилдин декретин жасап атышыптыр президенттик кылуу боюнча. Алмазбек Атамбаев менен саламдашып Оштон болгон окуяны айтайын десем анан сүйлөшөбүз деп албасып кетип калды. Тиги Кеңешбек Дүйшөбаев болсо Бекенов менен сүйлөшүңүз деп калыппай койду. Бекназаров менен Сариев сүйлөшүп алар айтты, мына өткөн мезгилдин президенти бар Роза Отунбаева менен сүйлөшүңүз деп койду. Анан Текебаевге мен кыйдырып калдым, эй сен эмне кылып жүрөсүң бул жерде депчи. Кичи мекениңде элин көрүп атса депчи, жерде иштерин көрүп атса. Себеби 18 майда 3 адам 74 3 адам каза болуп 74 киши
жарақат алды. Текебаев күн чықпай, квадратный залға келіп кетті. Отынбаева қалып алды. Ош оқтасын болорым. Чрезвычайный ситуацияны ошты жалаватта түзуіні сұранғаным. Ал кеші болса, ВЧ-дан сұрап, шындай болып деп айтып атар жылдызға, қандай болып деп, анам бар тең ешлікке болмайды деді, анам успокоилась. Екінші июнда кірем, анда да оқпай қойды, чрезвычайный ситуация түзгілі десе. Мына ошы өтіп, алдын ала мен айтқан нәрселер жасалған жоқ. Еми, Текебаевтың Алмазбек Атамбаев ошол мезгилде декрет менен коопсуздук маселени караган экен. Кийин Исмаил Исаков. Эмне үчүн ошондо сактап калышкан жок? Ушул нерсени болдурбай койсо болот эле. Чрезвычайный ситуация ачылганда жалал Аткашты кийин алып койду. Биринчи июнда болбойт болчу. Себеби Отунбаева эжекебиздин жолунда болгон. Чындык айтылыш керек. Сен жылдыз дейт, Министерство обороны Национальной гвардияны тияка апартып атасың, алар кетсе биздин бийликти ким коргойт деп. Бул да чындык. Көрдүңөрбү бийлик кандай ширин таптырган. Дагы айтайын дегенім. Текебаев Атамбаев, Отунбаева бардык 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсүнө юридикалык баа бериш керек деп айтылат. Мен бирөөсүнө тартып аткан жокмун. Бирок Текебаевдин 3 мыйзам бузуу, одоно бузган моменти бар. Ал айтып атпайбы, менин чындыгым бар, ар кимдин чындыгы бар, эмоциональный накал менен тиги бул менен биз сүйлөп атабыз. Текебаевдин чындыгы болсо менде факты бар. Мен фактылар менен жана сүйлөйм. Биринчи анын кетирген катасы Кадыржан Батыровго Асылбек Текебаев энисин кошуп бергени. Асылбек Текебаев менен Кадыржан Батыров барып ошол жерде өрттөгөнү тейитти. Аны мына тейиттеги элдин сүйлөгөн сөзүн койсоңорго болот. Азыр мен айтып көрөйүн. Аныстап келгенсек, кыргыздын боз үйү жерге күйгөндөн эмес, естественно, кыргыздарда ата коныштыгын бул үчтү нерсе да. Намыс козголду. Экинчи ошибкасы мына ушул сепаратисттердин балдары кийин сепаратист болот. Ошол сепаратисттердин балдарын Текебаев эгешикпеге канчыга алып келиш менен кошулат. Алар кимдер? Алар мына мен силерге окуп берейин фамилиясын. Баласы болгон айтпайын. Акбаров Сайдулла, Акбаров Азимжан, Эргашев Маматказы, Эргашев Вахитжан, Мухаммаджанов Шавкат, Мамаев Абдулловна Маматкалович, ал кишиден чыгып калган. Мына ушулардын баарын кошуп алат дагы өзүнүн конституциондо немесине. Давран Сабиров бүт баарын. Аларда булар талап коюп атат да, 5 талапты. Ал эмне деп сүйлөштү? Мына ушуну Текебаев менен кеңешкеге киргенде мына ушул 5 талапты койгон автономиядан башка. Ошону юридикалык баа берсин деп атам мен. Депутат болгондон да талап кылганмы азыр? Анан 3-чү бул мыйзам бузуусу прон аркылуу өзбек тилине которгон Конституцияны кеңеш менен төрагасы ошол болгон ким кат жөнөткөн? Ошону билсин деп атам мен коопсуздук комитети. Эмне үчүн өзбек тилине которуп, анан интербилим аркылуу тараткан? Бул боюнча мен Ошто жүргөндө уккам. Кийин азыр мына Шайбек Коматокоровдагы кеңеш бөлүм мүчөсү болгон. Сиз менен сүйлөшкөндө сиз да айттыңыз, өзбекче которулган документте конституцияны мен билбептирмин. Өзбекче экенин, бул конституция экенин, долбоордун конституциянын долбоору экенин. Ошто интербилимге берип кой десе алып барсам, ошол экен, анан ошол жерде чыр баштап, анан мен кетип калганын таштап деген өзүңүз сөзүңүздү айтып берсе туурабы? Балким сиз журналисттер. Мына ушул 3 нерседе
Текебаевтың беленіп, беленбей, көрініп, көрінбігін низам ұзылар болды. Мұна ұшыны Генеральный прокуратура межведомственная комиссия анықтап чашкен. Роза Отымбаевенде үшін чрезвычайная ситуация кіргізген емес, біз айтып атсақтағы. 8 июнда Надира Нарматова менен Шарапат Мажитова кірген ошо оқиясы болот, чрезвычайная ситуация ашыла деп. Аларды ұқпай болон, ошон үшін ой юридикалық баа берілішке алады. Ким кайсыген прокурор кой берди, Жалалдин Салахиевке ким кой берди. Эми мени эмнени айткыңдар болот? 31 августта кан төгүлгөн 87 баланын аянтта Кыргызстан жеринин жергилип турганда Манас атанын арбагынын алдында Алмазбек Атамбаев айтып атат. Ким Карыжан Батыровду чыгарса, сепаратисттердин ким жардам берсе, ошол окуясында алар сөзсүз юридикалык баалуу жазаланыш керек. Айттыбы? Анда Атамбаев аягына чыксын. Мародёрдуктун бетин ачам дедиби? Анда Атамбаев бетин ачсын. Банктардан, ячейкалардан кимдер акча алды, ошолордун жүзүн ачам дедиби? Ачсын. Себеби кан төгүлгөн аянтта. Мына кайрылуулар менде официалдуу түрдө жогорку кеңештин немесинде кирген кайдашын. Бул жерде кайрылууда жазып атат. 14 май күнү 3 күндө өзбек келди деп атат. Кадыржан Батыров. Ал эми ошол эле мезгилде Атамекенден 300 адам келди дейт. Баарыбызды дейт үйлөргө киришти, жок болбосо атып салам дейт. Сапаров көмүрлүгүнө кирүүчү көпүрөдө Кадыржан Батыров Бакиевтерден Асылбек Текебаев өкөө үйлөрүн күн көккө сапырылады. 3 май болгон бөтөлкөлөрдү ыргытып, баарын итирен бере анан жесе жетелеп дейт. Мал мүлкүн баарын туруп талап дейт. Мына ушул менде аргида ушул боюнча биз соттошуп атабыз, билесиңер, 6 жыл болду соттошканыбызда. Биринчи курупта мен утуп алдым. Экинчи курупта Азыр районунун немеси менин немеме чыкты. Экинчи арыз Базар Курмандыевге жазып атат. Келген экен мага бербей койгондуктан ала факс менен жөнөтүп кайдаши номер киргизип алганмын. Бул жерде да айтып атат Атамекен менен кантөгөнүн. Ошондой эле ошол жерде койсом Сапарова Ашан деген эже айтып атат кантөгөнүн. Мен эмнени айткым келип атат? Кимиси болбосун убакыт эле өткөрүү үчүнсү, кимиси болбосун. Мен Сапарова Ашан. Менин үйүм ушу тең тайынан. Кадыржан Жөлүнүн ушу көпүрөнүн үстүндө турду мен. Диян Баки Курманбетовдун ата коюшу. Диян Атасы Бакиевдин аласынын үйү. Наздагы Жусуп Алиевдин үйү. Кадыржан келгенде ошолдо турду мен. Атабекенден 300 балдар менен келишти. Үйлөрдөн баарын туруп калганынын акырында итин алып чыгышты. Анан кийин эле ташылатырга атып немелерди таштады, гранаталарды ташташты. Мен ошолдо туруп кадыржанга айттым, мындай кылып балдарды кайтардым десем кайтарган жок, курсаңыз үйгө кирип кетиң деди. Эми кыргыздын туусу немени кыргыз үйдүн үстүндө турат болчу, кыргыздын туусу үйдү. Атамекендин кепкаларын кийген балдар, Асылбек Текебаевтер кошо жүрдү Кадыржан менен. Эми келди болсо баары немелер келишти, жөн эле карап турушту. Телефон алды. Мен билбедим эле балдардан бирөөсү берди, Асылбек деп телефон берди ошол маалда. А мен эмне сүйлөгөнүн укканым жок. Ошондон бир таста гранаталарды таштап бардык тонуп ачып кетишти. Ошо кыргыздын туусу күйдү, үй күйдү, эли жүк. Мына ушундай болуп туруп аягында тиги пожарниктерди айтып атат, кааласа арагында көрсөңөр болот. Мына ушинтип Текебаевдин 3 мыйзам бузуусу болгон. Ошол мыйзам бузуусуна юридикалык баа бериш керек. Значит, ошибка Текебаев в том заключается, что он Кадыржан Батыровым, Асылбек Текебаев, они вместе были
вместе с ТИЦ, третья, оказывается, дома ТИЦ, бакиевских дома, они вместе жгли. Вот Сапарова Ашан, свидетели говорят. Вторая его, где он нарушил закон, он, значит, сепаратистов включил совет по конституционному совещанию. И одновременно я хочу сказать, что он или сам обратился, я не знаю, это пуск органа определяет, или кто обратился, чтобы перевели проект Конституции 2010 года на узбекском языке, и они распространяли это через Интерблин. Тогда Шайбе Голосов тоже был, оказывается, членом данного совета, он сам лично возил этих на узбекском языке переведенный проект Конституции. Где его ошибка? Вот и здесь. Почему? Потому что он дал надежду и веру сепаратистам, включая их совет, переводили самый главный закон Конституции на узбекский язык. А почему у нас более 85 наций живут? Почему на русский, на дунганский язык не перевели? И главное, что он не остановил, когда они шли вместе сжечь дома Бакиевых. Я не защищаю Бакиевых. Там был флаг, юрта и отогнушка, как на русском языке сказать? Отцовский дом. Это отцовский дом для нас святая, любого, для любой нации, где ты там родился. Вот такой вот было, оказывается, на киргизском языке. И точно так было переведено. Может, вот вы сами скажете, Шайбек, как было это? Вообще, узбекский язык, почему? Потому что, об этом еще общественность не знает. Но это факт, это было. Ну, значит, вот такие нам грузили машину. Член Конституционного совета, тогда что? Значит, вот такие проекты были опубликованы, значит, изготовлены Европа Бельдерином, Джена по парламенту, Джена Конституционного поводу года. Значит, вот такие колонки изготовил проекты Конституции в большом количестве. Вообще это была символика конституционного совещания 2010 года, ну, в таких, когда в Волга ходили, и 9 вечера мы вылетели вот с Давраном Сабиров. Потому что нас распределяли, кто откуда выходит, кто район хорошо знает. И получили 9 утром командировочные в офисе Интербелима. Там, значит, были Каспар Сасыбаева, у них на Раде, по-моему, была Сарабаева или Кураев. И мы вылетели вот с Давраном Сабировым в качестве как бы члена конституционного совещания. Мы должны были проводить агитационные работы в Араванском районе, в Карасулке, Яч, Ворование, Давран Сабиров. Вам известно, что 10-го началось вот это событие. Но мы в районе где-то 12 или 13 приехав на Алка, ну, каждый район обычно население собирает где-то час-полторы, мы знакомим с новой редакцией, 8-й редакцией Конституции. И в это время как раз я обнаружил в своей машине, нам машину выделяли, не знаю, Интербелим или ПРООН, в общем, нас встречали в Аше, нам в коробках, упаковках давали такие проекты. Обычно вопросы в Карасу я открывал, и они выходили на русском и на кыргызском. На кыргызском было мало, его недостаточно. Местное население просило там на кыргызском. А в Макате обнаружили, что у меня вообще на узбекском. Я отказался проводить, значит, агитационную работу в Макатском районе и приехал обратно
в интервью. Я не помню, или Чинара зовут, или Гульнара зовут. В общем, две девочки. Это возле почтамта, напротив почтамта Ваше у них офис. И вот такое произошло. Они сказали, что в центральном офисе нам дали в Интербелиме. В Интербелим приехал, они говорят, это нам дали в Проване. А здесь не указано, значит, и типография тоже, это вообще нарушение. Потому что любое печатное издание обязательно даже выпускные, значит, агитки, книга, брошюрки, все должно указываться обязательно типография изготовления. И здесь, как видите, такого нет. Это то же самое. Они все похожи были. Мы столкнулись с такой проблемой в Ростовской области. Спасибо. Вопросы есть? Вопросы. Пожалуйста. Сизян Галсулан, Тикебаев, Кинзитернет, Затамбаев, Кинзитернет. Конечно. Таким монстром даже. Затамбаев, Кинзитернет, Болонов, Кулянов. Кюбенек, Патамбаев, Затамбаев, Пошел, Кинзитернет, Қауіпсіздік үшін бойынша жоу берген декреттің, декреттің бойынша қауіпсіздік үшін жоу берген жетекші қатарын бөлінші күнді алар шығы отыр. Оша бойынша еңде үшін ұшын ұш оқасын болтыр болға, еңде үшін әркет жасаған жоқ алмаз бәдетін бар. Деген сұрын ғой отпайды. Оша үшін отыр өкіметтің 14 мүшесіне юридикалық бар беріліп, емесе таза, емесе күнөлі, емесе сепаратистермен мәмілетесіне, емесе ұш оқасына түркі берген деген сұрынды біз саяси ба берді. Әлемі юридикалық бағыны кешіріп қойсын, үш орғандар берішкен, башқа прокуратура берішкен. Қазақ сұрынды. Сіз дағы айтып өткіліпсіз, баяғы Алмадырек Атамбаевтың өнерлігі өртекі байтын ортасындағы баяғы кереші. Әлемі себептілер айтып өзгені келген, бұл дегенінде алақсы тұл деп ше. Сіз негізгенде де ойлайсыз. Егер алақ сұту болса, апрелінің оқиғасымен алақ сұтының керек жоқ. Себебі бұл ұлттық трагедия. Ошон жолы балдар қаза болды, 87-лік 40-шында балдарыз. Түштікті кешіріп қойсынар. Менге жақын балдар. Азырғы өлі отшы, ошы жарақат алған балдар. Еш кім маралды оқу жоқ, ош оқиғасымен соғдалашуға, жебір-бірін өч алуға, саясы құрап болуға, ош оқиғасын қолдануға мен жоқ бермеймін. Дағыр жұрта қалыпты. Менің жердешілерім, менің туғандарым аза болды. Бұлардың жақын туғандары түрлі ағар өз жашын қайлек. Егер де азыр, бұлардың не үшін қапы олады? Сепаратистерді қой бердіңе, 2010-ші жылы. Ұшы бұлақты көп көттің үші жылы. Жазаланған жоқ. Еш кімде дүресін қармап, қамаған жоқсыңар, шылдыңдадығар бізге. Емі олса саясы құралдылып, бізді шылдыңдалы басырдағы біздің өлгін балдарын болды. Ашқы ғаларе, пастарда бүші, аты үстік салды. Әне ғаларе, дважды временный правительство просто надсмехывается над умершими. Первый раз, что они не посадили ни одного сепаратиста, ни одного не поверили, наоборот, выпроведили. А второе, сейчас не надо нашу трагедию использовать как друг друга счет предъявлять политические. Они на это очень обижены. Да, вы мне все на это поверили. А здравствуйте. Вот везде сейчас Кадыржан Батыров дает. Был где-то отчинай фото, гир гнёрюкен. Вот плёк пёртым ещё гир гнёрюк. Асылбек Тикебаев мне нёрттёгом инде вот так. Барын-барын айт вот так. Али бе ким мэкелюбинді, ким аркелген? Кыргызстанға деген сұроду. Біз, когда я вопрос задавала Розе Исатовне, а вообще кто пригласил Тимати Ильину? Она говорила, самый уважаемый член временного правительства, но он убеждал меня, я, значит, согласилась. А оказался, он пригласил. Я была в Албании, на площадке Обусе. Смотрю, в 2010 году, 10 июля, через месяц после того, что события, оказывается, город Осло был ТКБ, рядом с ним сидит Ким Ир Кирюнин. Вот, на свою голову они пригласили. Значит, этот вопрос тоже открытый, никто вопрос не поставил, точку. Он добиваться будет все равно международная комиссия. Если международная комиссия сейчас Запад будет давить, они попросят, чтобы временщики отвечали перед судом Гаги.
Поэтому сепаратистами, я власть имущим, открыто говорю, не стоит торговаться с ними. Не надо сюсюкаться. Привезите их сюда. Всех. Я даже назвала, где они находятся. Сажать, наказать, вот тогда спокойно будет жить наши сограждане. Понимаете, какой монстрга Кадыржан Батыр Тайландовада қазір чығы батыш. Сыр түшінбей тасын арады, кеме күлінінді кем ап келді деп Роза Исақында да сұрағандар, Роза Исақында айттылы. Кеме күлінінді уақытылы өкіметтің бір белді саясатшысы мүшесі деп. Көрсі, кеме күлінінді Кекебаев Чақырған Тұрбаев. Ал осы шарында 2010 жылы, 13 июльда болған Екпуның айынчасында бірге жолы ұшып, бірге чатып ұшып. Бірге мен азыр ұжы түшінім ұшын чатырды. Екіншіден, кеме күлінің уақытылы өкімет геноцид жасаған өзбектерге деген чечім чығар кетті. Егер де деге Запад батыш қатты қыса тұрған болса, ел аралық комиссияны, анда бұлар ГАГА сотына өзінің чечімін бүлін түшіп. Уақытылы өкіметтің мүшелерін ГАГА сотына барып қалан білмей қашы. Мен сіздерден сұранам, ұрматту билік, ұрматту Алмазбек Шаршанович, сепаратистерді таап келіп, аларды жазаларды. Ал еме 31 августта айтқан сөзіңіздің аяғынан шығыңыз, себебі шықпасаңыз, егер де Текебаевтың айтқан сөзіне тайсалдап кетсеңіздер, анын эмоциональны жөніле жалған жашықты қошып, компроматтарды тапқанына сіз қорқып кетіп, тайсалдай тұрған болсаңыз Алмазбек Шаршанович. Анда сіз саясатшы қатар, президент қатар, елдің алдында ашығын айтып қойын, абыройыңыз нижеп үйіпсін түшкіре. Мен ұшын ашық айтып қойын. Дағы бір айта тұрған сөзім, уважаемый Алмазбек Шаршанович, я хочу обратиться к вам через данную пресс-конференцию. Если Болып отырып тұрғын, болып шықпай тұрғын, сөзім бардағы. Буквально, например, 5 минут. Я хочу обратиться. Вы сказали 31 августа 2016 года, что вы раскроете насчет Кривого, насчет Орска, забудьте, кто виновен будете наказывать среди временной правительства. Значит, откройте дело, доведите мародерство до конца и будете банковские ячейки, кто взял деньги, этот вопрос тоже доведете до конца. То есть вы обещали юридиться от центра. Если вы этого не сделаете, вы как политик, как президент, естественно, ваш авторитет упадет ниже плинтуса. Я, может быть, грубое слово сказала, но она так и есть, так и будет. Я надеюсь, что вы свое слово сдержите и доведете до конца. Дағы аяғында айтап тұрған сөзім, фабула кезінден бар ол жерде? Нет, әне бірше. Фабула Азиз Абдурасулова, Төлеухан Исмаилова бойынша мен ор больницада жатсам, ұшыл бойынша да беріп қойсыңыр. Сұрау берген, үш сұрау. Біріншісі, ақша менен алар теге Кадыржан Батыр, Қазымжан Асқаровшты қолды отырды. Мен айтқаным, бұл тілгенім. Фабула абдан искажать етіп, тура мес мен берген дерсені башқача жазып көріпті. Мен әрбір айтқан сөзімен ешқачан қайтқан емес мен, қайтпаймындарды. Мен жоқ бергенмен мұндайды. Ақча алғылы алмадылы, аны өздірінің сұрақты. Бұл бірінші. Екіншіде, алар құқ қорғочы қатары, әрбір нәрседі өзінің рамқасы болып, рамқадан чек кетішті. Мұна ұшыл дерді алы ұлыттық намыстан чек кетішті деген сөзімді айтқан. Үтіншісі, ұш оқиясында алар болды білі ұшты. Жолыққан білімді. Да, жолыққанымыз алар болды оң. Бірі Тұрсынбек ақынын айтысы ойынша, алар астанынан мақалдарында жүргін екенде бұққан. Бірі ұшыл біздің айылда жолыққанда, менің енімін үйіні барып, ұшыл жерді кішіне тамақ жеп отырып, аябай чақ-чақ қатышқан екен, кішіне есалышқан, бірақ біздің үйде түніп қалады деп, енде кедір кетшінде біздің үйде түнімен кетіп қатышқан деген сөз айтылар. Мен атамын апа бірақ қорғып теге бұдеген, ал мен істілем емес, мен істілемі білесің журналистер. Мен бір журналистке менен интервью ал деп шықпай, білесің әде? А егерде сілер чықсыңар, емінен чықсыңар, мен жоу берем.
Үшінчісі ағайты батады, ел бұларды үркөден чиіп кетсін тегі бұ деген сөздерді айтса, чиіп кет тегі бұ деген андай сөздер болар емес. Бұлдарды түс азыр байланыш болу отар, журналистерінің ұшыл чындықты дағы айтып өзі ғор. Фабула кесін азыр номерін алдың, мен азыр алақа да зылан деті өзім ойым айтам. Себебі бұл тура мес айтылған. Бір сөзімінен айтқанда, ұрматты журналистер біріншіден үшінші уақыт бөліп бергенлерге рахмат. Екіншіден, мен дағы бір жол айтып қойын. Уақыт өліп өтті мүшелерінің барына тән юридикалы бар беріп, тазасы тазамын деп айтышты. Дағы бір мағымат, мен тәкшеріп шыққанда, ячейкалы банктардан 3 жылы кеші уақыт өліп өтті мүшелі сақчалар емес. Ал радиес проведелісті айтылыш керек. Бұл Абдыған Еркебаев, Эльмира Ибраимова, Алмазбек Атамбаев. Когда я расследовала, кто взял из ячейки, из банковских деньги, средства, трое, оказывается, не взяли ни одного копейка. Один из членов правительства предлагал 500 тысяч долларов, она отказалась. Она сказала, оказывается, откуда я объясню народу, откуда такие источники. Я финансист, что вы делаете, это вообще неправильно. Она была возмущена. Почему? Потому что, когда банковские ячейки, когда банк скрывает, инвестиций не будет, инвесторы не придут. Это главное условие, чтобы никто не мог даже знать, сколько находится расчетные счеты того или иного акционерного общества. Поэтому к нам инвесторы очень мало приходят. Последний вопрос. Вы несколько раз сказали, что в мае 2010-го, находясь в ОШЭ, вы подходили к Розе Исааковне и говорили, что возможно напряжение объявить чрезвычайную ситуацию. Вы также сказали, что вас не очень слушали, об этом же говорила Надежда Нарматова, в том числе, что если бы была объявлена чрезвычайная ситуация, дальше бы события могли развиваться совсем по-другому. У меня был вопрос. Есть ли какие-нибудь документальные доказательства такого предупреждения Розе Исааковне? Или это был просто устный разговор? Нет, Роза Исааковна и я встречалась 19 мая у нее в кабинете, это где сейчас сидит премьер-министр. Значит, у нас был такой разговор, что я сказала, что вы останетесь в истории. Но если вы примите... Я вообще сказала так, зачем вы на себя взяли такую ответственность? Зачем вам на полтора года стать президентом переходящего периода? Отдайте какому-то мужчину. Они специально вам отдают, потому что они знают, будет ожидать событие. Потому что к этому идет. Я даже сказала, вы истории останетесь как черная роза. Она, наверное, подтвердит мои слова. Одновременно я ее жрела как женщина, как политик-женщина. Почему? Потому что такую нож она, такое тяжелое время на себе взяла. Я попросила чрезвычайную ситуацию. А потом она сказала, Дивнес, хорошо, мы чрезвычайную ситуацию в Джалабадской области установим, а в Ошской области нет. Потому что она чрезвычайно разговаривала, а там сказали, все нормально. С кем она разговаривала, я не знаю. Это первая наша была встреча. Вторая встреча была наша... 2 июня я захожу, говорю, если там у них есть, наверное, наши пропуски через пропуск, если архив поднимет, я там была, два раза через этот бюро пропусков заходила. Я еще раз говорю, Роза Джей, будет, потому что я вице-президент общества дружбы Кыргызстана и Узбекистана. Сами узбеки говорят, что их заставляют выйти. Ну, и сперва говорили 12 июня. Вот что событие. Почему-то 10-го сделали. Даже я сказала, что будет Азан читать. Даже я сказала, вот это все, какие люди. Она опять через мыча звонит, говорит, нет, это ничего нету. Вот все подтвердили, вот при тебе я звоню, Дюнис. Чрезвычайно не буду. Но еще у меня было 17 июня 2060 года с ней по телефону. Но это был очень жесткий разговор. Я не могу сказать, какие слова было сказано. Но я ее потребовала, чтобы она прилетела в Ош, поговорила со своими правоохранительными органами, поставила точку, там уже пошли, извините, деньги за деньги, там много пошли делать. И попросила прилететь на вертолете, садиться первого угла администрации. Конечно, ей будет очень жестокое слово сказано, потому что жестоко были убиты мои земляки.
попросила и сделает она совещание правоохранительными органами, потом едет в облбольницу, встречается с пострадавшими и сразу улетает. Я еще сказала, чтобы, не дай бог, ее кто-нибудь там что-нибудь случится, нам не нужно, что Большого убили Розы Исаковны. Чтобы такой ярлык тоже нам абсолютно не нужен. Это слова тоже было сказано. Если она, конечно, это был наш разговор, мы когда разговаривали, телефон сорвался, может, телефонный этот самый распечатку можно, она перезвонила через городской телефон, и мы дальше с ней разговаривали. Так что Роза Исаковна, как президент переходного периода, на ее действие тоже должно быть дано юридическое.